Две биржи Буда и Крипто МКТ в Чили обратились за помощью в Ассоциацию банков страны из-за того, что им было отказано в предоставлении банковских услуг. Биржам отказывают по причине того, что они осуществляют деятельность, связанную с криптовалютой. В публичном заявлении представители бирж призвали Ассоциацию сделать свою позицию прозрачной и определить, будут ли компании, связанные с криптовалютой, иметь доступ к банковским услугам. Биржи показали инструменты работы с криптовалютой, безопасные платформы на основе новейших технологий для защиты клиентов и каналы сотрудничества с властями. Обе компании платят налоги, зарегистрированы в соответствующих регуляторных органах и соблюдают нормы законодательства о предотвращении отмывания денег и борьбе с терроризмом.